Приветствую вас на моем канале. Сегодня у нас, наверное, впервые за все время обзоров в YouTube техника под стройку. В данном случае у нас холодильник Bosch 6 серии 2017 года выпуска. Ну, считаем, практически новый. На официальном сайте boschhome.com данная модель стоит 779 евро. Это примерно 25 тысяч гривен. Вот такой холодильничек сейчас новый стоит. Естественно, он привезен с Германии, его же производство. В принципе, видео будет у нас записано с целью демонстрации техники внешней. И также мы его запустим, посмотрим, как он работает. То есть вы можете полностью удостовериться в... То есть живой холодильник, как он выглядит перед продажей и как он работает. Ну давайте, в принципе, начнем. Вот у нас уже, то есть все крепежи есть, ничего дополнительно покупать не нужно. Вот здесь видим все чистенько, никакой грязи даже здесь. То есть, в принципе, это не будет видно эта часть холодильника, да, но все равно даже видим, что все сохранилось просто в идеальном состоянии. Он практически новый, там 2017 года, 7 месяца производства, какая мне информация была доступна. Вот. Давайте, в принципе, его откроем. Он у нас подключен к сети, мы сейчас посмотрим внешнее состояние, и потом мы его запустим. Вот видим, полностью не затертые ничего планки, да, очень большая внизу, 96 литров полезного объема, высота 87 сантиметров, управление у нас сенсорное, естественно, никаких кнопок, ничего, только кнопка включения выключения есть. Вот здесь, кстати, весьма удобная полка, да, вот мы, она в принципе как одна целая, но с помощью вот такого движения у нас получается одна большая, то есть некоторое пространство будет, может, для какого-то какое-то большое бутылка или что-то того можно поставить здесь, да, то есть если она не нужна, если у нас ничего большого нет, мы ее вытаскиваем, ставим обратно, вот она никуда у нас не уйдет. Весьма удобная вещь. Ну, в принципе, более нового типа, уже с новыми разработками продумано. Здесь у нас стоит датчик климатизации. Он смотрит за температурой, за влажностью внутри холодильника. Вот у нас наклейка от Bosch, Made in Germany, все есть. Здесь LED-подсветка, красиво очень выглядит. Мы ее включим, посмотрите сами. Здесь у нас полка, которая выдвигается, то есть зажимы остаются на месте, да, которые держат полку. Вот даже здесь я давлю уже на конце, так прилично, и она никуда не уходит. То есть если у вас какое-то, может, объемное какое-то блюдо или другое питание, вы себе поставили, засунули, и все, вам не нужно, то есть при нагибации, чтобы его поставить туда. То есть весьма удобно выехало. Забрали, также заставили обратно. Просто удобно. Тут у нас уровень влажности в этом столике. То есть от большого до маленького. Видим, как ходит. Чем больше открываем, тем больше воздуха попадает внутрь. Ну, в принципе, видим, что никаких повреждений, ничего. Он практически новый. В пользовании он был очень короткое время, может, полугода, может, даже и того меньше. Нигде не затертый, ни полки, то есть эти планки у нас не затертые, сами полки не поврежденные. Все просто в отличном состоянии. Вот Vita Fresh у нас плюс даже. Все контролируется. Ну что, давайте мы его, в принципе, запустим. Внешний вид мы осмотрели. Ну, включаем. Все, у нас сразу запустился он. Вот подсветка LED. Вот как он выглядит. Давайте издалека вот так.
Весьма красиво, да? Здесь у нас алярм, суперзамор, ну то есть быстрее находит температура в холодильник. И здесь мы регулируем минимально 2 градуса и уже насколько нам нужно 8, да, максимально у нас 8 также. Поставили себе на четверочку, закрыли, все, пользуемся. Ну, то есть под встройки, естественно, этого всего не будет видно, и он, чтобы не тратить вам электричество, даже вот подключается дисплей, даже мнимая экономия, но она присутствует, даже об этом разработчики подумали. Ну, не зря он стоит 25 тысяч гривен новый. Открываем, все засвечивается красиво, мотор работает, температуру держит, вовремя отключается. Весьма, кстати, энергоэффективный, классная энергоэффективность TA2+A. Позаботились еще об этом разработчики. Видим состояние крепежей, да? Просто все в весьма отличном состоянии. Вот такой у нас холодильник. В принципе, на этом у нас все. Внешний вид мы посмотрели, функциональность показали. Ну, в принципе, по громкости, ну, его вообще не слышно, как работает его двигатель. Ну, просто вообще не слышно. Есть многие холодильники, которые дают вибрацию легкую, можно услышать невооруженным ухом, так сказать, громкость работы. Ну, здесь он, ну, весьма тихо работает. Еще и под встройки это будет еще дополнительная здесь, естественно, стенка. То есть, ну, слышать вы его вообще не будете. Очень удобный, маленький, практичный, новый холодильник, считайте. Ну, в принципе, на этом у меня все. Всю дополнительную информацию вы можете увидеть в информации об объявлении. Ссылка на объявление будет также внизу под описанием. Там будет еще немного информации о том, чем я занимаюсь, как. Можете посмотреть мои другие видео. То есть видите, что техника у меня в основном высокого качества, чисто герман. А, кстати, еще сейчас мы откроем, покажем даже, что модель у нас чисто из Германии. Вот наклеечка, вся информация, какой газ, сколько его там, все указано от производителя. Вот также условия доставки, условия оплаты, все вписано, можете посмотреть. В случае чего, если у вас возникают какие-то вопросы, в объявлении указан номер телефона, за которым я на связи. Время от времени может быть недоступен, потому что я за границей. Ну, в принципе, у меня всегда есть интернет, даже можете написать мне за этим номером, добавить меня в Viber или WhatsApp. Я всегда на связи. Любые вопросы касательно техники, касательно объявления, можете ко мне обращаться. Можете также подписываться на канал, в случае чего, может, вам на следующем обзоре будет нужная вам техника, понравившаяся, чтобы вы не пропустили. Следите также за моими объявлениями на Улыксе. Ну, в принципе, все. С вами был Сергей. Удачных вам приобретений и до свидания.